Так, ребят, хочу показать, как S-алгоритм работает на фольгу. Вот лежит фольга выкопанная. Такой большой кусок. Вот. Вот смотрите, значит, смысл в том, чтобы проносить катушкой не вот так вот, чисто над ним, а полностью. То есть вот если я полностью проношу катушку, видите, у меня, ну, в принципе, годограф у меня показывает ровную прямую, даже не скачущую. То есть вот у меня чистый звук. То есть я полностью проношу катушкой, края покидают цель. Вот если я включу S-алгоритм, то вот смотрите, что изменится. Добавится отбив чернильный такой. Ну и вообще разноцветная, ну, разная озвучка. Вот, если я сейчас обратно его отключу, отключил. Вот чистый звук. То есть, в принципе, S-алгоритм фольгу вот таким образом, я думаю, в большинстве случаев можно отсечь. Ну, большой кусок фольги.